В Тамбовской области организуют масштабную проверку торговых объектов на предмет антитеррористической защищенности. Тонкости этой работы с представителями муниципалитетов обсудила руководитель управления промышленности и предпринимательства области. Наталья Макаревич обратила внимание участников совещания на то, что 281 торговый объект на территории региона должен быть проверен на предмет безопасности уже до конца августа. По итогам инспекции каждому из них присвоят категорию, что позволит наиболее пристально отслеживать состояние антитеррористической защищенности в таких местах. Это продиктовано требованиями нового законодательства. Жизнь течет, все изменяется, и некоторые торговые предприятия закрываются, другие организовываются. Это постоянный процесс, его нужно отслеживать, и нужно отслеживать, ну, как сказать, качество проводимых проверок. Это тоже в интересах муниципального образования для того, чтобы не допускать на своей территории никаких абсолютно возможностей для использования этих объектов в нехороших целях, скажем так. Категорирование объектов зависит от ряда факторов, таких как количество людей, которые посещают его, площади и удаленности от населенного пункта. Другим важным моментом совещания стало обсуждение проблем торговли в розницу. Прежде всего, это касается несанкционированной торговли. Кроме того, внимание участников обратили на необходимость улучшения качества услуг в отрасли в целом.